Всем привет! Сегодня ко мне пришла вот такая вот посылочка, и я даже боюсь ее открывать, потому что у нас сегодня была невероятная жара, 34 в тени, духота стояла. Поэтому я уже не представляю, что с этими нежными растениями там внутри. Ну, буду открывать. Буду надеяться на лучшее, что делать. Ой-ой-ой, так. Ага, это просто. Так, это что? Надо все просмотреть хорошенько. Это просто газета. Так, ну что, поехали. Газета увлажненная, такая слегка влажная. Так. Тут еще упаковано. Ой, хорошо доехал. Это черенок фуксии. Тут тоже хорошо запаковали, я вижу, там губкой. А сам черенок мокрый и очень-таки свеженький. Класс. Черенок сортовой фуксии решила себе заказать. У меня такого растения нету. Решила себе завести такое растение неспроста, потому что прочитала комнатные цветы по знаку зодиака. И, конечно же, решила, что должна у меня быть и фуксия, потому что она мне подходит. Если вам интересна такая информация, я вставлю таблицы. Вы можете нажимать на паузу и изучать, какие цветы вам подходят комнатные. И, конечно же, делитесь в комментариях, кому какие цветы подходят и у кого какие цветы уже есть. Обязан быть этот цветочек, я считаю. Хотя, девчонки, места нет. Места нет, я уже что маме, что на окно в подъезд выставляю. Про окно в подъезд это я, наверное, сделаю отдельное видео, потому что есть о чем поговорить и показать. Освобождаю место, в общем. У нас просыпалась. Так, это у нас идет малыш стрептокарпуса Blue Mars. Правда, все рассыпалось. С одной стороны зафиксировано, с другой стороны не зафиксировано. И малыш выскочу. Ой-ой-ой. Так. Что-то у него не совсем много корней, как для такого растения. Совсем чуть-чуть корней. Придется мне ним заняться. Blue Mars очень-очень маленький, мало корней. В общем, вот такой вот малышок. Смотрим дальше. Ой, это подарок. Это точно подарок, потому что я такого не заказывала. И что это, подскажите? Это фикус? По-моему, похож на фикус. Прикольно. Фикусы я люблю. Смотрим дальше. Я решила попробовать такое растение, как стрептокарпус. Они мне очень-очень понравились, поэтому я решила заказать себе пару сортов для начала. Посмотреть, как они у меня пойдут. И они мне очень нравятся, даже больше, чем фиалочки, если честно. Они очень интересные. О, вот, наконец-то. Наконец-то. Так, это апрель с цветоносом.
Ну, видно, что он с хорошими корешками есть уже. Хорошо укоренился. Этот уже не выскакивает из горшочка, как предыдущий. Так, апрель, апрель с цветоносом. Хорошо. Так, садится батарейка, поэтому работаю быстро. Боже, какая жара, какая духота. И в конце дня у нас ливень пошел с грозой. Так, следующий у нас Прада. Очень понравился мне этот сорт, но что-то у него тут закрученный, как бы не вредитель. Похоже на вредителя. Как бы вам показать, из какого ракурса. И тут на этом листике есть... Ой-ой-ой, так. И последнее. И Пола с цветоносом. Ой, я такого тоже не заказывала. Или заказывала, я уже забыла. Тоже крутит у него листик, что-то мне не нравится. Так, девчонки, пишите, кто по этим растениям понимает. И вот такой вот сорт с цветоносиком. Ну, растение не повявшее, это самое главное. Вот такая вот посылочка. Растения дошли хорошо, слава богу, не повяли. Все, раскутала я растение. Ну, не в плохом состоянии. Есть хорошие корешки, я вижу. Через стаканчики. Вот. Ну, покрученным листочком. Либо это от пересылки. Нет, это не от пересылки. Это, скорее всего, механическое повреждение. Развела фитоспорин. Сейчас пролью растение. У меня появилась идея с фикусом. Когда он подрастет, будем заплетать косы. Очень красиво с фикусов вьют. Формируют сам штамп в форме косички. Так что будет у меня теперь материал. Там три хороших черенка укорененных, которые очень хорошо укоренились. И сейчас пролью растения и поставлю их на адаптацию. Не буду их трогать. Пересаживать ничего не буду с ними делать. Тем более, на некоторых есть бутоны. И да, я заказывала 3 стрептокарпуса. 4-й мне с бутоном достался в подарок. И фикус это тоже мой подарок. Так что огромное спасибо продавцу. Вот такая вот посылочка. А, да. Я, наверное, один стрептокарпус какой-нибудь разыграю в конкурсе. У меня будет скоро конкурс. Об этом немножко позже и в отдельном видео, поэтому какой-нибудь красивый стрептокарпус я обязательно разыграю. Ну, а теперь спасибо всем за внимание. С вами была Ирина. Всем пока-пока. И напоследок показываю вам абрикоски, которым передала мне мама. Я в шоке. Какие они крупные, они как персики. Ну, допустим, персика у меня нет для сравнения. Ну, вот яйцо. Вот абрикос, вот яйцо. До такой степени огромные. Ничего себе. Вот это да. Ну, допустим, так, кто ориентируется. Ну, как персики. Как маленький персик. Крутые абрикоски. Вот это да. Вот это абрикоски.